Кукайф, ребята, меня зовут Рисман, и сегодня я хотел бы вам представить новый iPhone 6s в Майнкрафте без каких-либо модов. Ну что ж, давайте не будем томить и скорее начнем нашу презентацию. Вот такой вот у нас новый iPhone 6s в Майнкрафте. Напоминаю, что это все без каких-либо модов при помощи лишь одной команды. Ну что ж, давайте-ка я вам покажу сам iPhone прямо у меня в руках. Для того, чтобы его получить, нам необходимо установить командный блок, открыть его и вставить в него команду. Ну а так как все айфоны выходят в продажу далеко не сразу после презентации, поэтому я вам советую набрать под этим видео 1000 лайков, и тогда в описании к этому видео появится как ссылка на команду, так и ссылка на текстур пак. Ну что ж, устанавливаем нашу команду, сохраняем и активируем командный блок, и мы получаем наш iPhone. Ну что ж, как вы видите, он у нас белого цвета пока что. И вот так вот он у нас выглядит в инвентаре. Даже он у нас подписан. То есть автор, как видите, Apple iPhone. Ну что ж, давайте возьмем его в руку. Вот так вот он у нас выглядит в руке. Также переливается. Он у нас вот такой вот божественный просто. И давайте теперь его попробуем включить. Включаем его правой кнопкой мыши, и у нас появляется вот такое вот меню. Пока что в моем iPhone очень мало функций. Это... Всего их 4, то есть давайте снова откроем и посмотрим. Первая функция у нас позволяет установить ночь, вторая функция установить день, третья выдать себе командный блок и четвертая призвать курву. Да, это очень странно, но, к сожалению, мой iPhone на такое способен. Ну что ж, давайте начнем с первой, установить ночь. Как видите, ночь у нас появилась на улице. Давайте установим день, и у нас день. Попробуем выдать себе командный блок, и у нас наш командный блок нам выдался. Ну и последняя функция — призвать курву. Вот такая вот у нас получается курва, которая прилетает к нам на зов нашего айфона. Ну что ж, вот такая вот классная команда на iPhone. Пишите в комментарии функции, которые вы хотели бы видеть в следующих версиях моего айфона, которые выйдут совсем скоро. Ну и также ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а с вами был Рисман. Всем удачи, всем пока!